В эти предпраздничные дни во всех школах проходит встреча с ветеранами. Уроки мужества, смотр строя и песни, праздничные программы. Традиционные акции «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Этот перечень можно продолжить. Сейчас в нашей республике живут более 12 тысяч ветеранов. Особая забота и внимание – это самое малое, что может сделать государство для людей, защитивших Родину в трагические для нее дни. Социальная опека, патронат медиков, помощь волонтеров. Лишь бы они жили в достойных условиях. В эти дни ветераны, тыловики по всей стране получают поздравительные письма от президента России. В преддверии 9 мая им предоставляют дополнительные льготы и компенсации. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны установлено право на бесплатный проезд. Данная льгота будет предоставляться с 3 по 12 мая. Ну, она ежегодно представляется. В соответствии с указом президента Российской Федерации 24 апреля, мая и июня 542 инвалиды и участника войны, которые проживают на территории Чувашской Республики, через органы пенсионного обеспечения будут выплачены 10 тысяч рублей. Большую работу в этом году провели и волонтеры республики. С их помощью в Чувашии были реализованы такие международные проекты, как «Слово победителя», «Лица победы» и другие. Они благоустроили и могилы ветеранов, и места, посвященные Великой Отечественной войне. Причем инициатива действительно исходила от самих ребят, от волонтеров Победы. Традиционной у нас в городе уже стала акция «Чистые окна». Волонтерские бригады, студенты вузов, СУЗов посещают ветеранов, уже побывали в 20 квартирах. Что касается основных торжественных мероприятий, которые пройдут 9 мая, то есть небольшие изменения в порядке прохождения сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. Будет два Ан-2. Те легкомоторные самолеты, которые мы каждый год планировали, они пролетали красиво, там вот это вот все, большому службу, единая диссертирская служба нам запретила. Вот, надо будет на следующий год как-то это дело продавливать, потому что вот это тоже хорошая составляющая, она очень знаковая, смотрится неплохо. Приземляться парашютисты будут не как обычно мы здесь, а будем у матери. На охране общественного порядка 9 мая будут задействованы более 1500 сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание уделено обеспечению безопасности массовых мероприятий.